Козей родился 10 октября 1929 года в деревне Станьково под Минском. Его военная биография началась сразу после смерти матери, когда он вместе со своей сестрой присоединился к партизанскому отряду имени 25-летия октября, где стал разведчиком. Забой в январе 1943 года, когда раненый Марат поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, он получил медаль за отвагу. В марте 1943-го юный герой фактически спас партизанский отряд. Когда каратели окружили партизан у деревни, именно Марат смог вырваться из окружения и привести помощь. 11 мая 1944 года у деревни Харамицкие разведгруппу партизан окружили немцы. Командир группы Ларин Михаил погиб сразу, а Марат стал отстреливаться. Когда кончились патроны, герой бросил во врага одну из гранат. Несмотря на потери, немцы хотели взять его живым. Когда они приблизились, 14-летний Марат Козей подорвал себя гранатой. За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Марат Козей был удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.